Клубе «Миллион миль» пополнение информации об автомобиле, которому покорилась заветная отметка, эквивалентная 1 миллион 600 тысяч километров, поделился блогер с YouTube-канала TFL Classic. Данным автомобилем оказался запечатлен седан Honda Accord. Машина сошла с конвейера в 1990 году, после чего ее приобрел мужчина по имени Джо. С тех пор он успел накатать на своем Аккорде более 1 миллиона миль или 1 миллион 600 тысяч километров. За этот период автомобиль подвергся 185 заменам масла в двигателе. Кроме того, ему понадобилось 9 ремней ГРМ, 13 комплектов тормозных колодок и 72 комплекта шин. Единственной поломкой, случившейся с данной машиной за столь высокий пробег и заставив автомобиль доставить в сервис, оказался топливный насос. Он вышел из строя. Причем деталь смогла выдержать пробег 741 тысячу миль или почти 1 миллион 200 тысяч километров.